den Verantwortlichen an diesen Opfern ein Ende. Голубая лица, это белая ладья. Я в сторожке рядом с воротами. Сейчас я стою напротив окна. Ты сможешь увидеть меня через прицел. Я собираюсь снять караул с ворот. Когда я начну стрелять, прикрой меня. Затем осмотри периметр на предмет подкрепления. Голубая лица, это белая ладья. Я в сторожке рядом с воротами. Сейчас я стою напротив окна. Можешь увидеть меня через прицел. Затем осмотри периметр на предмет подкрепления. Yeah.
Und wie gefällt's dir in Norwegen? Ganz gut. Du hast es nicht? Hier? Nein, kann ich nicht sagen. Wirst du. Tun wir nämlich alle. Ich wiederhole. Gefreiter Gustav Vogel im Bereich Nummer 1. Hat sie geschickt. Eindringling! Und wie gefällt's dir in Norwegen? Ganz gut. Du hast es nicht hier? Nein, kann ich nicht sagen. Hörst du? Schnee den nämlich alle. Ich wiederhole. Gefreiter Gustav Vogel im Bereich 7. Die Nummer 1. Herr Hauptmann. Hi.
Her mit deiner Königin. Hab keine. Ich muss Ihre Ausweispapiere sehen. War mein Fehler. Ihnen behilflich sein? Wonach suchen Sie denn? Stimmt etwas nicht? Interessieren Sie sich für den Prototyp? Soll ich Sie allein lassen? Wonach suchen Sie denn? Stimmt etwas nicht? Interessieren Sie sich für den Prototyp? Soll ich Sie allein lassen? Alle hübschen Mädchen in einen geheimen Bunker geschafft. Das ist ja lächerlich. Papiere bitte. Entschuldigung. Einen Ausweis bitte. Wache! Oh!
Ich muss bloß Ihre Papiere sehen. Danke.
Mist, gibt's wohl keine echte Kerle mehr. Schau hier! Wie sieht er aus? Hat ihn jemand gesehen? Was war das für ein Geräusch? Wir sind im Abluftkanal! Ich verfolge ihn!
Отличная работа в Норвегии, лейтенант. Спасибо за ваши усилия. Вольф Пак и Кригсмарин, когда-то терроризировавшие Северную Атлантику, были опустошены за прошлый год нашими морскими и воздушными патрулями. Учитывая охрану морских линий союзников, теперь открыта дверь для вторжения в Европу, которую мы планировали с самого начала этой кровавой войны. Она называется «Операция Сюзерен». И мы проламываем Атлантическую стену Гитлера. Немцы знают, что мы придем, и придем скоро. Но мы заставим их думать, что вторжение будет проводиться через Кале. Это будет самое большое десантное вторжение за всю историю, лейтенант. И вы будете в отряде, который возглавит атаку. Сейчас на нашей стороне, может быть, и есть численный перевес, но у нас нет опыта. Большинство наших солдат только что закончили основной курс боевой подготовки. И им нужны настоящие боевые ветераны, вроде вас, чтобы помочь провести атаку. Именно поэтому я снова назначил вас во высадка произойдет по пяти пляжам с кодовыми названиями «Золото», «Юнона», «Меч», «Амаха» и «Юта». Англичане высадятся на «Мече» и «Золоте», канадцы на «Юноне», а американцы на «Амахе» и «Юте». Вы сойдете на берег всех три Чарли пляжа «Амаха», недалеко к западу от выхода «Пса-1». Хотя пляжи не так укреплены, как в Кале, немцы не оставляют незащищенным ни одного куска. Каждый дюйм пляжа простреливается пулеметами и артиллерией. И весь участок окружен милями колючей проволоки и бесчетными минными полями. Вот еще что, лейтенант. Постарайтесь запомнить, что это самая большая и самая сложная операция, которую мы когда-либо проводили. А по моему опыту, чем что-либо сложнее, тем скорее с ним что-нибудь будет не так. Но что бы ни случилось, я уверен, что с такими солдатами, как вы во главе, мы осуществим этот штурм. Удачи на пляже Амаха, лейтенант, и бог в помощь.
Так, парни, быстро выдвигаемся, разворачиваемся и закрепляемся на пляже. Портсайд, вы с Павловым, за борт вы за мной. Прикрывайте и двигайтесь ко мне, увидимся на пляже.
Двигаемся, быстро на пляж, пошли! Если не уберемся с пляжа. Ты нужен там, внизу!
лейтенант! Иди туда вниз и возьми там взрывчатку. Давай сюда. Теперь давай установим. Ладно, парни, рундулеты поедут тут. Давай, двигайся, двигайся. Внимание, заряды прошли. Внимание, очисти пляж. Минные поля! Берегитесь минных полей! Оставаться тут! В укрытие! Мы должны подняться туда и прикончить эту артиллерию. Гэберсон, Уэбер, вы наверх. Готовьтесь. Давайте вон к тому окопу. Заградительный огонь. Пошел. 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 Подняться туда и прикончить эту артиллерию. Гэберсон, Уэбер, вы наверх. Готовьтесь. Давайте вон к тому окопу. Заградительный огонь. Пошел!
Давай проверим этот дом. В нем могут быть заперты какие-то парни из 101-го. Ожидаю близкого контакта. Здорово! Несколько парней из десанта! Парни, рад вас... Мы высадились здесь не в запланированном месте, сэр. Мы пытаемся найти свой... Пауэлл, стой здесь и следи за тылом! Нашего транспорта многовато. Похоже, нам придется закончить это задание на своих двоих. Мы прикроем тебя.
Это 88-я перекрывает дорогу. Мы бы могли вызвать поддержку с воздуха, если бы у нас была рация. Нам нужно найти другой способ. Хорошо, давайте вернемся к 88-м. Понял, цель определена.